уже куча Илья, Аматорский чемпионат. Иди большими буквами. Чемпионат аматоров по Иркутской области. По спортивной гимнастике. Нет, ничего. Да, турнир по бильярду, судья. Так, турнир по бильярду. Да, турнир по бильярду. Да, ближе к столу. Нет, куда тут бежать? Нет. Аматор. Должен вот так. Вот. Турнир по бильярду аматоров. Турнир по бильярду аматоров, правильно? Сейчас скажу еще на аниматоров. Здравствуйте, я Марина. Ха-ха. У вас 5 минут. На, держи. Нет. У вас 5 минут. Ну, давай. Ну, зачем? А, представляться? Здравствуйте, я Карина. Господи, где мы? А кто из нас это дальше фразу говорит или как? Представляемся и дальше кто говорит? Как, что? Ну, вот, здравствуйте, я Марина. Ты можешь сказать? Можешь сказать, где мы находимся? Мы находимся в бильярдном клубе «Аргус». Где проходит? Турнир по бильярду аматоров. Среди аматоров. Среди аматоров. Скажешь? Да. Она представится, даст тебе, ты скажешь, что я Карина, где мы находимся. Ну, просто живенько, простенько. Не опусти плечи и расслабься вообще. Ничего в этом военного нет. Представь, что ты так классно говорила на камеру возле костра. Примерно так. Можешь жестикулировать. Сплясать. Да. Та-дам! Яблочко. Да, вот так. Можно. Здравствуйте, я Марина. Сейчас, подожди. Ну, приготовилась? Так, раз, два, три. Как меня зовут? Подождите. А я Карина, мы находимся в бильярдном клубе «Аргус», где проходит турнир по бильярду среди аматоров. Супер. Все, запомнил? Чуть помедленнее на камеру. У меня началась боязнь. Она не кусается, хоть и с микрофоном. Ну, знаете, такое ощущение, что сейчас что-то вылет. Так, поехали. Здравствуйте, я Марина. А я Карина, и мы находимся в бильярдном клубе «Аргус», где проходит турнир по бильярду среди аматоров. Только не ржать, да? Так. Здравствуйте, я Марина. А я Карина, и мы находимся в бильярдном клубе «Аргус», где проходит турнир по бильярду среди аматоров. И сейчас мы возьмем интервью у участников. Игроков. Планшетное действие тещи.